Какое сложное дело, этот твой переезд? Самое сложное – это перевезти вещи. Какие? Только не надо все вещи с собой везти. Давай выберем, что ты повезешь с собой, а что ты оставишь и выкинешь. В итоге перевозить тебе вообще нечего. Это что получается? Мне вообще нечего с собой взять. Но с другой стороны, все хорошо. Новый город, новая жизнь, новые вещи. Оставим все старое в прошлой жизни. Твоя новая жизнь заслуживает нового образа. Тем более переезд твой благополучно с весной совпал. В общем, лучшего времени для перемен не найти. Вот только такие вещи достойны переезда. Да, потому что эти образы весной на самом пике моды. Так что смело бери летящие плиссированные юбки. Они главный тренд сезона. Обманчивые в своей простоте образ секс-символа 20 века Мерлин Монро продолжает вдохновлять дизайнеров. Летящие многослойные юбки, аксессуары в стиле хип, кожаные куртки и жилетки. Бери, модница, на новом месте все пригодится. И про платье не забудь. Талия в платьях весны-лето 2012 завышенная. Кстати, этот прием поможет визуально скорректировать фигуру. Альтернативный вариант – обычная талия, подчеркнутая тонким поясом. А не слишком много нового? Нового много не бывает. Поэтому продолжаем заполнять твой новый гардероб. И опять же платьями. Морской стиль уверенно вошел в современную моду. Платье простого кроя, не перегруженное деталями, позволит подать фигуру наиболее целостно. Не стесняйся облегающих моделей. Дизайнеры утверждают, линии твоего тела должны быть читаемы. Не прогадаешь, если выберешь платье-рубашку. Талию подчеркивай тонким поясом. Мода советует одеть сразу несколько. А вот такие модели для барышень с подиумов Милана. Отрезная юбка с хвостом и легкая рубашка. Ее обязательно нужно заправлять. Дополняет такой образ яркими сумками и массивной бижутерией. Это для вечерних прогулок. А что, предполагаются вечерние прогулки? Да, на новом месте Катюша явно собирается жить полной жизнью. А потому для вечерних выходов выбираем вечерний наряд. Черное трикотажное платье подчеркнет все достоинства твоей фигуры. Строгость его разбавь стильной бижутерией. Без внимания ты точно не останешься. Ну а если недостатки в себе нашла и непременно их скрыть хочешь, выбирай платье из формоустойчивого материала. Они сделают силуэт более правильным и изящным. А может, у тебя вечером романтическая прогулка на свежем воздухе? Тогда платье в полоску и яркий кардиган тебе в помощь. Кстати, сочетание синего и красного очень в этом сезоне актуально, как и все оттенки бирюзового. В сочетании с цветочным орнаментом смотрится ярко и стильно. Под такое количество новых вещей теперь точно нужен новый чемодан. Ну, про новый чемодан это уже совсем другая история. А от Яны, дежурная по рубрике.